И в выходные, и в будние дни после работы педагог-организатор средней школы номер 23 Евгений Шавченко надевает маску и перчатки и отправляется на район. Молодой человек стучится в двери к пожилым и одиноким с предложением сходить в магазин или аптеку. Адресами делится БРСМ Первомайского района. Что чаще всего просят люди пожилые? Продукты питания – это мясо, молочные продукты, фрукты, вот лимоны, чеснок, лук. Ну и обязательно, чтобы было мясо. Те, кто уже долго не выходит, обязательно хотят мясо. Ну а так, если не из продуктов, а из медикаментов, это, конечно, антисептики, одноразовые перчатки и ватлимарливые повязки. Думаю, ничего тяжелого нет, тут буквально 20-30 минут в день можно потратить на благо общества. Ну нет, помогать нетрудно, главное начать, а дальше все получится.